А вот этим мечом, им же можно так слегка кого-нибудь зацепить? Настоящий снаряд. Все-таки... Мы назвали это макроэкономические технологии. Да. Инструментом макроэкономическим. А, что в руках наших доблестных рыцарей являлось настоящим оружием. Данное мероприятие приурочено к пиар-акции проекта Tumen Gay School, а также связано с знаменательной датой. У нас 18 апреля будет отмечаться День воинской славы. В 1242 году в эту дату совершилась победа в ледовом побоище войск Александра Невского против Ливонского ордена. И мы решили совместить эти два события и совместно с клубом фехтования «Камелот» провести данный флешмоб.